После разрушительного землетрясения в Турции крупные российские производители цемента обратились к властям с требованием вернуть государственный контроль за качеством стройматериалов. По данным производственников, после отмены в 2020 году госконтроля на российском рынке растет доля фальсификата. Подробнее в сюжете нашего собственного корреспондента Даны Нуржан. Проверку качества цемента в России отменили в 2020 году в рамках пандемийного моратория. Теперь качество стройматериалов государство не контролирует. Этим не замедлили воспользоваться мошенники, и рынок завалили фальсификатом. Эксперты полагают, что объем такого цемента в стране уже достиг 3 миллионов тонн, а сухих строительных смесей 4 миллиона тонн. Подделкой на рынке может быть уже каждый четвертый килограмм продукции, говорят производители. И это прямая угроза безопасности зданий. Уже полтора года мы, как отрасль, консолидированно выступаем за возвращение контроля и надзора в сфере производства строительных материалов. Нашу позицию поддержали все ведущие ведомства, но пока та группа рабочая в правительстве, которая занималась вопросом отмены этого строительного контроля и надзора, пока не приняла необходимое решение. Недавно было подписано обращение в Общественную палату для общественного расследования данного вопроса. Однако проблема касается не только цемента, но и других строительных материалов. Например, арматуры в каркасах жилых домов. Тот металл, который приходит на стройки. Что происходит? Мы не знаем, первое, что это за металл. В накладных черным по белому написано или 0,8, сталь 0,8 или сталь 3. Какой пришел, неизвестно. Мы не имеем его, то есть металл не идентифицирован. Мы не имеем возможности контролировать его, мы не имеем возможности его идентифицировать, и, соответственно, мы не имеем возможности оценить его механические свойства, его несущие способности и так далее, как долго он лежал. Мы ничего этого не знаем. И вот, как мне кажется, это наиболее, это самая большая проблема, которая напрямую относится к безопасности. Производители требуют вернуть госстандарт, работавший до 2021 года. Это должно обезопасить от обрушения зданий, возведенных с использованием непроверенных стройматериалов. Однако для минимизации ущерба от возможных стихийных бедствий только контроля за качеством стройматериалов недостаточно. В России до сих пор нет актуальных карт сейсмической опасности, говорят эксперты. Сейчас используются комплекты, разработанные 30 лет назад, в 90-х годах. При этом в России есть районы, похожие по сейсмичности с Восточно-Анатолийским разломом. Такие, как, например, Главный Саянский разлом, недалеко от Красноярска. Поэтому сейчас российский Минстрой рассматривает новые актуальные карты сейсмоопасности. Ученые предоставили их в конце 2022 года. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия, Хабар, 24.